собрались в поддержку детишек и, ну, и вообще пообщаться насчет спорта. Я готов рассказать очень много интересного, то, что касается мотивации, тренировок, как правильно это все делать и как идти дальше и не сдаваться. Поэтому я даже не знаю, как, с чего начать, в плане того, что, ну, мне либо вопросы, либо сразу я начну потихонечку. Вопрос сразу тогда. Вот, или больше интервальных тренировок? Или в чем разница, отношения? Или больше ты отдыхаешь просто? Здесь даже не норвежская система, здесь европейская система. Они, в принципе, очень похожи, и они тренируются одинаково. Вопрос только в том, что норвежцы – это номер один вид спорта, и они, конечно же, просто они настроены побеждать, и на них вся работает вся страна. То, что касается моей подготовки конкретной, и то, что касается именно какое отличие, здесь, вот если взять меня, когда я был в команде, да, мы выходили на каждую тренировку, и у нас эта тренировка была как контрольная. Нужно было победить на любой тренировке. Будь это имитация, будь это кросс, будь это лыжи-роллеры, постоянно заруба. Постоянно надо быть первым и самым лучшим. И у нас всегда были... Мы себя выхолащивали за все лето. Я не знал другого пути. У нас каждый день как соревнование. И много было все, как говорится, как винегрет. Мы, предположим, могли утром сделать лыжи-роллеры с силовыми ставками. Это вот там с камнями скакали, еще что-то, да, на ноги, потом тележку делали, на роллерах катались. Это все вот так чередовалось. И вечерняя тренировка получается кросс и опять же силовая, опять же с этими камнями. Здесь невозможно это делать. Нужно сделать тренировку с утра, предположим, роллеры с силовыми ставками, даже если она есть. Вечером должна быть либо откатка, либо просто отбежка какая-то. А здесь все было все время, все вместе. И утром, предположим, имитация, которая не идет по пульсу. Дают задание сделать там 22 километра, и никто не контролирует. Не берут лактата. И мы бегаем, носимся, как сумасшедшие. Пульс нереально высокий, потому что сами знаете, что такое имитация. На имитации, если ты не идешь шагом в подъем с палками, у тебя пульс поднимается прям, ну, к максимальному. Пускай он не к максимальному, но в зоне, в той, в которой ты можешь либо соревноваться, либо делать скоростные работы. Потому что это имитация. И ты не контролируешь этого. И тебя никто не контролирует. И после этой тренировки опять же вечером кросс и опять с камнями. И опять переходами, перебежками. Я считаю, что это был прям вот винегрет. А когда я попал в другую команду, в другое направление, то, конечно же, сразу контроль за пульсом. Сразу тест весенний мы прошли на трекбане, посмотрели все мои зоны. Потому что первая зона, предположим, до такого пульса, вторая зона до такого, третья до такого и максимальная. И все это четко вот по этим, предположим, первая от 120, от 117 до 132. Если тренер дает задание делать только в этой зоне, это нужно делать в этой зоне. Ты идешь, тебя ломает, ты понимаешь, что ты идешь очень медленно, но тебе хочется еще быстрее, но ты не можешь и четко смотришь на часы. И вот такому графику я придерживался. Если дают задание во второй зоне, значит, я четко делаю во второй зоне. И это работает. Это реально работает, потому что если все правильно соблюдать, по этим зонам работать, выполнять эту работу четко, как говорят наставники твои, то 100% вот это получится. Ну и, конечно же, еще другие нюансы. Вот вопрос я добавлю к этому. Вот новички, вот все, кто собирается заниматься, объясни, что насколько важно работать на низком пульсе. Потому что многие работают по самочувствию, пульс заскаливает за 150, и они это все время работают, не обращая внимания на пульсометр. Смотрите, это очень вредно, очень вредно. И если возьмем мои 100% тренировок за год и сделаем это по процентам, то из 100%, ну я, может, ошибаюсь, плюс-минус 2-3%, 75% я делаю первая-вторая зона.
Это очень спокойные тренировки. Это за весь год. Соответственно, 25% это вот как раз скоростные работы. Ну а норвежцы там больше, 90%. Норвежцы... Алексей, мы уходим в тренировочного процесса. Не, норвежцы точно так же работают, просто у них там уже идет вопрос только в том, что есть скоростные, может, у них их чуть больше. Вот, а есть откатывающие тренировки. Но вот по немецкой системе, я в любом случае думаю, что наши немцы, они вместе же с норвежцами были, когда вот колонию тренировали Маркус, они переняли что-то оттуда, но в любом случае свое пытаются. Вот. Поэтому вот так. Александр, мог бы ты рассказать, чуть, если от тренировочного процесса отойти к общему, то как ты вообще попал в лыжи и как ты их полюбил? Ну, то есть как это произошло, что ты... Ну, вообще, я любил хоккей и занимался хоккеем, но тогда не было просто возможности ездить в Москву постоянно на тренировки, потому что нужно уже было выбирать, надо было идти дальше и выше. И, соответственно, ну, родители работали, я учился, и не было таких возможностей, чтобы постоянно меня возить в Москву на какой-то клуб. То есть ты в детстве играл в хоккей? Да, в детстве играл в хоккей. Вот. И рядом была секция биатлона, меня туда отправили, сказали, давай сюда будешь ходить. Со слезами я пошел туда. Стал ездить по сборам, не хватало, как говорится, патронов, винтовок не было. Мы в основном топтали трассу лыжами сами, там тоже буранов не было. Вот. Ну, секция так называемая биатлона, но тем не менее не стреляли. И поехали один раз на сбор летний. Вот. И меня заметил тренер с Москвы по лыжным гонкам и забрал к себе. Видел там перспективы, бегал, носился кросс очень быстро. Я думаю, что это было, ну, наверное, мне было лет 13-14. 13-14, и вот 15 уже начала выступать на первенстве Москвы. Я помню даже, я классикой же вообще никогда не бегал, и практически классикой я встал в 15 лет только. И первое соревнование первенства Москвы, я бегу и занимаю 124 место на классике. Все смеются, когда бежал там. Ну и сейчас смеются, потому что техника на самом деле не очень хорошая. Она может быть эффективная, потому что, ну, было много здоровья, поэтому... Мне этого хватало, но я работал над ней, как бы там ни было, все равно постоянно об этом думал, особенно вот эти последние, да, года, 4 года, очень четко работал над техникой, конечно, у меня она уже стала лучше и получаться вот. Но классикой было очень сложно и не мог показать результатов, а уже на следующий день была гонка или там через день коньком, и я занял 6-е место. Соответственно, все похлопали и поаплодировали и пожелали удачи дальнейших достижениях, как говорится, и все. И после этого уже я планомерно, еще потом был, на следующий год уже опять был первенство Москвы, я ее занял второе там место, меня взяли на чемпионат России. На чемпионате России я занял первое, второе и третье место, прям полный комплект, и тогда меня взяли в сборную к Юрию Викторовичу Бородавке. И вот с того момента, с 18 лет, я из сборной не выходил. Я могу сказать, что очень долго не было этого ощущения, потому что, ну, наверное, в лет 20 я понял, что раз я уже выбрал этот путь, надо и уйти его до конца, и заканчивать невозможно, потому что надо дойти до этого путь до конца, и тогда ты поймешь в конце пути, это правильно ты сделал или нет. И вот, и с этого момента я стал более профессионально относиться к себе, к спорту, и дальше стал уже думать правильно, как это все сделать. И, скажем так, шел, да, уже к своей цели. Но в 23 года, когда мы поехали на первые Олимпийские игры в 2006 году, я со своим другом жил в комнате с Евгением Дементьевым, да, когда он выиграл Олимпийские игры, мне тоже очень сильно захотелось в тот момент. Да, сосед. Я помню тот момент, когда я занял 30 какое-то место, даже не помню точно, на этом дуатлоне он выиграл. Конечно, там его все забрали, там у него там интервью, и он пришел к вечеру только домой. А я пришел быстро после гонки. И сидел все в номере, ждал его, когда он придет. И к вечеру, часов 8, он заходит, но до этого момента, пока он зашел, я вот сидел, думал, а как сейчас его называть? Я раньше его там, ну, обзываемся, там, общаемся, ну, как какие-то прозвища, клички. Ну, как обычно у всех ребят, я думаю, это одинаково. А тут я не знал, как, может, по имени отчеству его называть. Но это было, это правда. И вот он зашел, немножко отпустило, потому что, ну, он такой же зашел, как и уходил. Поэтому... То есть он не изменился?
изменился. Не изменился. Его 23 года, мне пришлось потом еще вот 8 лет ждать. И в тот момент, когда вот он выиграл, я сказал себе, я тоже хочу это сделать. И постараюсь это совершить. Ждал 2010 год и надеялся, что там получится. Но пришлось еще 4 года подождать. Ой, таких сезонов много было. Больше, чем я. Они сейчас опять продолжаются вот после Олимпиады. Было много сезонов, конечно, когда опускаются руки, когда, ну, когда еще более-менее молодым, там, 6-7 год, когда я уже стал попадать в призы, мне хватало там 2-3 раза даже уже попасть в призы, и уже все, успокоение души. А чем дальше и дальше, все это заманивает, затягивает, и хочется все время быть победителем. И вот уже после 2010 года здесь уже, конечно, немножко как бы другая ситуация, да, произошла. И я уже все думал только, что нужно побеждать, нужно быть первым. И вот когда не получалось, когда я помню 2011 год после Ванкувера, там не получилось, но все, уже дали мне специалист, я начал работать. Лето отработали, все шикарно, новая методика, глаза горят, и каждая тренировка нравится, потому что ну все новое. Пришел сезон, первая гонка в призах, вторая гонка в призах, третья гонка в призах. К Тур де Ски подходим, у меня желтая майка. Ну, что может быть еще лучше? Все прекрасно, все идеально, это самый лучший расклад. И на Тур де Ски опять же иду в тройке и заболеваю свиным гриппом. Свиным гриппом заболеваю очень прям, ну, уже я чувствую, что еще пока температуры нет, но дышится уже очень плохо, тяжело. И получается, с гонки, гонку я спринт отбегаю, даже в пролог попал, но было очень тяжело. Конечно, потом сразу вылетел, и следующую гонку я снимаюсь, потому что ну, невозможно даже там, ну, шатает все, бегать невозможно, не прыгать, ничего. И меня везут уже в Давос, и на походу, когда меня везут в Давос, Изабель меня везет в Давос на машине, температура 40 поднимается, вот прямо в тот момент. И вот, конечно же, я оттуда... С этой ситуации как бы я вышел, да, выздоровел, там 10 дней пролежал, стал тренироваться и пытался, решил попытаться наверстать упущенное и как можно больше себя, быстрее ввести себя в форму. А это был как раз чемпионат мира в Осло. И делал много скоростных работ, максимальных, и, конечно, себе, ну, загнал себя и приехал на чемпионат мира в Осло уже на самом деле никакой. Уставший, без сил, не мог спать ночами, потому что перегрузка организма. И там получилась вот последняя эстафета, где проваливают свой этап, проигрывают 2 минуты. Все плохо, все ужасно, я завалил эстафету. Вот такие моменты руки, конечно, очень сильно опускаются, когда тебе там еще говорят, что ты такой плохой, как ты мог так, ну, из-за тебя вот команда не была в призах, хотя могла быть. Ну вот, вот с этого момента очень сложно подниматься. Но я думаю, что кто, если занимается своим любимым делом и идет до конца, то это не останавливается. Соответственно, как и меня не остановило. Это никакие не подвиги, абсолютно никакие там очень сложно сделать. Нет, это не сложно. Я просто дальше занимался своей профессией. Ну, как есть, так есть. Вот и шел дальше, подумаешь, ну, проиграли. Ну, потом уже я так стал думать весной, подумаешь, проиграли. Там-то, конечно, я так не думал, руки опускались, но начался новый сезон, и как будто, знаете, с нового листа. Раз, лето пошло, весна начинается, первый сбор, и все, и забылось, и дальше стал тренироваться и готовиться к тренировкам. А сколько ты планируешь заниматься? Ой, ну, мы еще поговорим об этом, вопрос серьезный. Александр, можно вопрос? Да, конечно. Бежать, да? Конечно, хочется. Хочется и прям вот. Очень хочется, и были таким. Нет, да? Сил нету, приходит. Нет, ты делаешь тренировку, заставляешь себя, тебе не хочется выходить, ты заставляешь себя делать тренировку, выполняешь ее, и прям на карачках так приползаешь, кроватку ложишься, сил нету, приходится еще немножко полежать, восстановиться и на вторую тренировку. И ведь бессонные ночи тоже. Ну, первое то, что я хотел бы сказать, сейчас время же новое, да, мы все вместе развиваемся, и вот ваша помощь, предположим, ваша помощь, моя помощь, ну, скажем так, более старшего поколения и молодого поколения, вот если нас объединить, то это будет очень здорово, потому что у вас огромный опыт, вы прошли все эти школы, вы знаете, как раньше тренировались, мы все же более уже молодые.
Соответственно, мы знаем что-то нового. Но то, что знаете вы, это просто, это ну, это, как говорится, да, золотой запас. Мы должны с вами вместе совмещать. Но то, что, если вы хотите мое мнение услышать, в этом возрасте это физкультура. Они должны в кайф тренироваться, они должны получать удовольствие от этого. И соревнования это бегать должны, как вот в Европе бегают, без времени. И каждый получает на финише медальку. Потому что в этом возрасте люди по-разному развиваются. Один развивается быстро, мальчик, а второй развивается чуть медленнее. И ты выходишь с ним, как я помню, как по себе, я выходил, я очень долго не развивался, как мужчина, да. Я выходил, со мной уже ребята стартовали бородатые. Я думал, ё-моё, что же я здесь делаю это вообще? Это подстава. Он не может быть таким, а на самом деле он моего возраста. И это тоже очень сильно влияет на детей, потом психологически. И вот здесь нужно как-то вот совместно и найти подход, чтобы было все правильно. Совместить можно, потому что в любом случае раньше же красили, ходили очень красиво. Прокат, толчок, а сейчас с собаками все бегут. Ну, реально так, кто вот, косо криво, лишь бы живы. И прям быстрее, быстрее, быстрее. Да, есть у нас и отдельные личности, но вот я думаю, что как раз вот в этой школе, да, вот если посмотреть на наших спортсменов, вот Александр Бессмертных, вы знаете такой, да, но он идет красиво. Он совмещает как раз, вот прям по нему видно, что он совмещает и старую школу, и пытается вот эти дабл-пуллинги, да, вот новые, и толкаться по резче немножко не так, как раньше. Это возможно, просто, опять же, я говорю, надо вместе с взрослым поколением, наверное, как-то, может быть, создавать тренерский штаб такой, один молодой, другой более взрослый, и вместе идти и работать, помогать детям, и дети будут завоевывать медали. А есть еще вопрос? Давайте дадим возможность еще кому-нибудь спросить. Александр, как правильно совмещать силовую тренировку и циклическую? Ну, мы говорим про циклику, я имею в виду то, что нескоростные, правильно? Ну и в том числе скоростные. Ну давайте я вам скажу прям быстренько, чтобы... Ну, я скажу, как я делал. Да? Вот у нас первая половина лета мы делаем силовая тренировка, так называемая гипотрофия. Мы делаем ее на силу. Все повторения там, по 12 раз, там, если со штангой, с брусьями, чуть меньше вес. А после середины лета проходит, и мы начинаем делать уже на максимум. Собственно, мы уже сначала мы развиваем вот эти маленькие все как бы внутри клеточки, да, чтобы их было много-много-много. А потом мы раз и начинаем делать силовые максимальные, и, соответственно, сила, она вот они начинают работать в большем объеме, и мышцы становятся сильнее. Но это не значит, что они становятся здоровыми, потому что у нас циклический вид спорта, и мы все время гасим это, потому что каждую тренировку мы бегаем, прыгаем на лыжах, на лыжероллерах, имитация. Соответственно, ты здесь не наберешь мышечную массу огромную. В любом случае все время будет баланс. Тем более мы кушать вообще все можем. Да? У нас такой вид спорта, что все горит у нас, как, вот, там, как в топку кидаешь, без разницы, потому что все сгорает на тренировке. И если мы делаем, предположим, сегодня силовую тренировку в зале, это я говорю про то, что мы бегаем кросс сначала, после кросса мы делаем стабилизационные упражнения, потому что сейчас в современном мире они очень важны. Вот. И потом мы делаем силовую, то на следующий день у нас скоростная. Потому что мы делаем на силу, да, там качаем силу немного, да, совмещаем это все с какими-то стабилизационными упражнениями. Нам нужно на следующий день эти мышцы разогнать. Чтобы они все в тонусе, очень приятное ощущение. Вечером после силовой поднимается настроение, появляются силы. Ну, прям заряд бодрости, потому что ты, получается, поднимаешь свой тестостерон. А на следующий день эти мышцы нужно разогнать. Соответственно, после каждой силовой тренировки в зале, на следующий день скоростная. Скоростная, она бывает разная. Бывает максимальная, бывает в третьей зоне, в четвертой зоне. Это уже нужно смотреть по плану подготовки, потому что планы разные, и так сразу я вам не скажу. Но в любом случае, после силовой тренировки на следующий день обязательно скоростная. Затронул, Александр, вопрос питания. Сказал, что все горит. А вообще, вот за твою спортивную карьеру были какие-то эксперименты с питанием? Вообще не было никаких. Я ел все, что хотел. Всегда? Всегда ел все, что хотел. Конечно, да и Макдональдс ем, когда... Я вчера шаурму съел. Потому что не было. Я вам серьезно говорю, я просто опаздывал на встречу, я не пообедал. Я понимаю, что у меня психологически мозг мой работает, что спортсмен всегда должен четко. Завтрак, обед, ужин — это обязательно. Но я не успеваю. Я понимаю, что у меня штаны уже слетают, я хочу кушать, а возможности нет. И я опаздываю на встречу.
И вот попросил девушку, чтобы она сбегала, купила мне шаурму. Прямо в обычной шаурме я просто понадеялся на авось, что меня прокатит. Ну, сегодня все хорошо, соответственно, прокатило, но она была реально вкусная. Я ее съел с удовольствием и не опоздал на встречу. Поэтому с питанием проблем тоже не бывает, и мы кушаем все, и кушаем, нет никаких, мы никакие там, не за, как, ну, грубое слово, не зажравшиеся, да, спортсмены. Ко всем условиям привыкли. Просто нет, они не особо прям рекомендуют. Конечно, я просто сам понимаю, что если какие-то соревнования близко вот уже вот подходят, ну поменьше кушать жирного, поменьше соленого, чтобы ну, печень нормально работала именно на соревнованиях. В остальном вообще проблем нет. Правда, вот мы кушаем, и я ем все подряд, ну как все подряд, опять же, ну питаюсь как обычный человек. Захотел мясо, поел мясо, захотел рыбы, поел рыбы. Да нормально, она сама в Макдональдсе не, буквально до этого кушала, поэтому это просто по времени то, что не успеваешь. А чтобы понять, как оно все сгорает, сколько вот у тебя в среднем тренировочных часов в неделю? В неделю? Среднее, ну, среднее это возьмем 23-24 часа. В среднем, да, это в среднем. Потому что в основном там, ну, как бы очень много получается по 30 часов. 30-32 это уже прям очень много, но за год, вот сейчас я подсчитал, за год 955 часов получилось в этом году, а по километру получилось 11 тысяч тоже, что-то это такое. Это все вместе за целый год. А 24 часа, то есть одни отдыхи бывают? Конечно, бывает, но их очень мало. Вот, кстати, по поводу, возвращаясь к методике, да, европейской, у нас обязательно должен быть день отдыха. И мы его все ждем, мы носимся, там 7 дней мы носимся или 6, и 7-й день отдыха, и все, и весь день на кровати. Это кайф, такой класс. А на следующий день после этого отдыха выходишь на тренировку, и ты, ну, наверное, около часа только опять начинаешь заводить свой организм, потому что он настолько все, прям все рухнуло, и надо заново начинать. А вот у них такого нету. Они лучше сделают полдня, предположим, вечером, и полдня утром, либо вообще полдня. Это для чего сделано? Чтобы он активно проходил. Чтобы мышцы, они со мной немножко оставались в тонусе, они отдыхают. Но ты даешь им нагрузку, и они лучше восстанавливаются, когда ты что-то делаешь. Пускай ты пробежишь 30 минут кросс за день, но зато они у тебя лучше восстановятся для следующих работ. Поэтому у них это тоже, вот они грамотно как-то вот это... Вроде как казалось все просто, да, говорю, а на самом деле я вот этого не знал. И вот то, что можно взять на ладошке вот так вот, это нужно брать и это использовать. С теми же самыми самолетами. У нас сейчас в команде до сих пор это. Самолет, мы летим на сбор или на соревнования, Кубок мира, прилетаем и в первый день сразу скоростная. Нельзя. Самолет это интервальная работа. Если ты летишь в самолете, все. Ты делаешь интервальную работу, ты ее не чувствуешь, но твой организм находится в стрессе, как на интервальной работе. Откуда они это узнали? Я это не проверял, но я верю им, то, что говорят мне специалисты. Поэтому не восстановительно, просто когда ты приезжаешь, ты можешь пойти потренироваться, побегать кросс 30 минут, либо покататься первую тренировку очень спокойно на лыжах, но не делать скоростную работу. А у нас, как правило, приехал, быстрее, и побежал быстрее скоростную. И все, и ты опять заходишь в долг. Только сейчас. Это вот почему, вернемся опять к результатам, это почему сейчас и результата такого нету, такого, который был вот до Олимпиады. Потому что нужно быть монахом спортивным, тогда будет все получаться. Я принял такой путь, я выбрал его сам, потому что на протяжении долгих многих лет я уделял только спорту. Я жил на сборе, как ну, сбор идет, приезжаю домой, у меня межсборье, я живу так же, продолжаю, как на сборе. Я все точно так же выполнял, как там. У меня просто менялась ну, комфортная зона, я приезжал домой. Соответственно, по тренировкам ничего не менялось. Ну, слушай, если брать иностранных спортсменов, они же много времени тратят на работу со спонсорами, со своими, с кем у них контракты.
Ну, это все, наверное, просто кажется так по телевизору. Особо они так много не уделяют этому времени. Я не думаю, что, во всяком случае, когда я общаюсь с ними, есть какие-то соревнования, есть какие-то спонсорские, но это все весной проходит. У меня тоже после Олимпиады Нортек приглашал в Лас-Вегас, и мы уже договорились о возможности, ну, которые я, ну, они узнали все мои хотелки, что бы я хотел для того, чтобы полететь туда. Причем это было до Олимпиады, они мне предложили. А нет, вру, после Олимпиады, как раз в Осло. Я очень не хотел лететь, но согласился, они там предложили фикс сумму, большую денег, там то, что все будет хорошо, оплачивают самолет. Я согласился, ну так, ну ладно, полечу. Но потом он немножко напился, разбился на машине, и у него там тюрьма, все такое прочее, вот, и слава богу, ну хорошо, я не полечу никуда. Поэтому это все весной проходит. Вот недавно в Москве был Бьернталин, который тоже... Ой, это легенда спорта, я вообще прям преклоняюсь перед этим человеком. Он встраивает все расписание, работу со спонсорами, такие трипы даже. С ним даже, наверное, еще есть люди, которые помогают. А мы все одни, все сами, все на телефоне, никаких помощников, все сами. Бьернталин делился такой, ну, как бы интересной историей, что, он говорит, мои тренировки в 40 лет очень сильно отличаются от моих тренировок в 20 лет. Потому что, говорит, когда мне было 20 лет, я мог, как слепая лошадь, говорит, ну, только, говорит, запрягать меня можно было, я там сидел. А в 40, говорит, я так уже не делаю, потому что я стал умнее, а мудрее, и я очень щепетильно отношусь к тренировочному процессу. Вот, ты свою такую замечаешь? Конечно, восстановление намного хуже. Мы уже не говорим там про какой-то алкоголь ни в коем случае, да, но ты понимаешь, когда ты молодой, ну, были такие моменты, мы в команде ездим юниорами и погуляли вечером, да, и ночью не спали, а утром скачешь, прыгаешь, камни эти тягаешь и вообще не устаешь. А сейчас, если ты поспал меньше на 2 часа, ты встаешь разбитым, утром и думаешь, ё-моё, как будто ты гудел где-то в каком-то клубе, состояние вообще никакое. Это просто с возрастом, да, поэтому он это, правильно он это говорит, но для меня Бьёрн Дален, вот только он меня, можно сказать, мотивирует сейчас вот, когда я, да, там, думаю какие-то мысли дальше, я смотрю на него, ну как он это может делать, ну как он с этим справляется. Ну такие рождаются, наверное, раз в 1000 лет, он действительно легенда, и перед такими спортсменами, ну я, во всяком случае, я преклоняюсь. Вот как такой спортсмен, как Бьёрн Дален, для меня прям пример. Ну вот, кстати, будучи в Москве, вот здесь на этой конференции, он заявил, что он будет готовиться к следующим Олимпийским играм. У меня был такой момент еще, когда меня спрашивали все время про него. Я говорил, ну да, очень круто, он молодец, конечно, суперспортсмен, великий. Но он все бегает, ну закончит он спорт, а у него там будет, предположим, куча медалей. Но это только медали. А где же жизнь-то? Где же семья? Где дети? Я вот так вот говорил все время, да? А сейчас у него и ребенок есть. Вообще красавец. Он вообще все закрыл. Он все дырки закрыл, у него все идеально. И еще у него теперь и ребенок, и это рядом куча медалей. Это вообще счастье. Да. Ну, люди живут спортом, у людей условия немножко другие. Они прям выходят с порога дома и одевают лыжи. И прям там очень много трасс. Да хоть на работу. Они там на лыжах делают, по-моему, все абсолютно. И на работу также вместо машины. Ну, очень круто. Ну, страна, которая номер один вид спорта. У нас же тоже здорово, там, футболистов все, как бы, поля красивые. И... Вот, у них тоже все здорово, поэтому у нас же номер один спорт, там, футбол, хоккей, а у них лыжи, и они живут очень здорово в плане того, что развивают лыжные гонки очень здорово в своей стране. Давайте вот вопросы, да, как... Да, было такое дело, и я сейчас вспоминаю это со страхом. Как мы, ну, вот такой момент был один раз в жизни, потому что это очень опасно. Я не знаю, почему вот эти были палочки, да, которые стреляют по 7, по 8 раз. И, по-моему, начал Хэтланд как раз в новом месте, в Новый год. Рочев это подхватил, мы тоже схватили и стали стреляться в друг друга. Но слава богу, что ничего не произошло и попадало там, может, кому-то куртку прожило, кому-то что-то. А если в глаз, а если в голову, это... Ну, такие моменты присутствовали, а доля юмора, она всегда у нас есть, потому что без нее вообще никак. И, может быть, кто-то из спортсменов более закрыт, когда общается, предположим, ну, с другими ребятами, которых не знает.
Но в любом случае, когда вот мы все находимся в команде, там прям юморишь целый день. Ну, и тренируешься, и юморишь, и смешно все время. Какие-то шутки, прибаутки. И танцуем, и все только, что только не делаем. Да. Я все время после каких-то побед оставлял комбинезон и думал, что он будет моим самым любимым. Но потом проходило время, я все время кому-то его дарил. И нет такого, чтобы конкретно у меня был какой-то мой любимый комбинезон. Но вот после Олимпиады я его прям год, наверное, он у меня лежал, потому что каждый год же дают новые комбинезоны. Но проходит время, и раз с кем-нибудь познакомишься, с кем-нибудь пообщаешься, и говоришь, ну пойдем, я тебе там сделаю подарок. И отдаешь этот комбинезон, потому что в нем уже бегать невозможно, нужно бежать же в новом, потому что дают новое. А тот просто лежит. Ну как память лежит, ну что, что он будет лежать, пускай в нем лучше катаются. А если вы говорите по краскам и по тому, что как это лучше выглядит для меня, когда мы бегаем, сейчас скажу. Ну, наверное... Сложный вопрос, потому что я сейчас, честно говоря, даже не могу вспомнить, какой мне больше нравился. Я вот к этому уже привык, с кубиками, рубиками, вот, поэтому кажется, что он нормальный. Ну, наверное, был темно-синий, тоже говорили люди, что не видно, что это русский спортсмен. Вот, наверное, вот который был темно-синий, такие же комбезы были, только в цвета российские. Вот, наверное, это самая удачная модель была, когда и видно, что русский спортсмен бежит, и он смотрится красиво. Я могу вам сказать то, что, может быть, кто-то уже знает, и были совместно на сборах с норвежцами. Вот они вообще, они заезжают на сбор, разбирают сумку, и она у них прям посередине комнаты лежит, и все вещи, они не слушают ничего. Вот он пришел с тренировки, снял это все, кинул в эту кучу и ушел. Или там лег спать. На утро проснулся, эту кучу разгреб, достал, одел и пошел. Я вообще в шоке. Они босиком ходят в гостиницах, в носках, они не одевают тапочки. У нас, ну, как бы, ну, как-то принято все, ну, должно быть аккуратно, вещи должны лежать, потом прошло 2-3 дня, ты должен их постирать, потому что, ну, они вообще, я захожу к ним в комнату, и я в шоке от того, как они живут. Это абсолютно не пример, но вот они вот такой народ, они не парятся на эту тему, они ходят в рваных штанах, рваных кроссовках, вот так вот, и им все равно. Хороший вопрос, спасибо большое. Когда начинается только сезон, первые, там, предположим, 7-8 дней только объемы. Объемы, как можно больше накатать объемов. 7 дней проходит, начинаются скоростные. Друг за другом, прям подряд, чуть ли не через день, или может даже каждый день. Опять же, там все в зависимости от зон, третья, четвертая зона, но постоянно это все происходит. Вот. А если за неделю остается, вот, предположим, все, сезон пошел, ты вот накатал объемы, стал скоростные делать, начались соревнования, поехали по Кубкам мира, то получается, это же каждую неделю Кубки мира. И здесь какая получается тенденция? Прошли соревнования суббота-воскресенье, мы в воскресенье переезжаем, перелетаем, приезжаем в другое место, предположим, в понедельник. Получается так. В понедельник приехали, если мы летим, говорим об этом, значит, у нас там ничего нет, только кросс 30 минут. Вторник. Откатка, утром и вечером спокойные тренировки. В среду тренировка утром одна лыжная, вечером кросс. Кто-то хочет на лыжах, без проблем, демократия, можешь пойти на лыжах. Кто-то хочет кросс, хочет больше отдохнуть, опять же, отдыхает, бегает кросс. В четверг утром тренировка на лыжах, равномерная, опять вечером зал. В четверг утром тренировка на лыжах. Равномерная, опять вечером зал. В пятницу скоростная работа, там, в третьей зоне, в такой комфортной зоне, раза там, 3-4 подхода по 5-6 минут и 3 минуты максимально. Максимально 3 минуты, получается, в пятницу, это в четверг, мы говорим, а нет, уже в пятницу, да. Все, вечером кросс, в субботу соревнования. В воскресенье либо перелет, либо бывают эстафеты же, и еще дальше добегаешь, только вечером перелетаешь. Просто у нас все время перед соревнованиями идет работа скоростная. Многие отдыхают, ничего не делают, думают, что больше сил сэкономить, а вот иностранные специалисты наоборот, нужно маленькую встряску дать прямо перед самыми соревнованиями. Зимой да, а летом в основном две, но иногда бывает, что и три за неделю силовых. Есть перенос между бегом и лыжами, что лучше
кросс, вообще, я считаю, что самое главное в лыжных гонках – это кросс. Очень много надо делать беговой работы. Это очень здорово. Как раз вот здесь развивается мотор, вот это, как мы говорим про циклику, да, вот это все развивается. И кроссовая работа должна быть больше, чем лыжероллерный. Летом. И еще обязательно, если мы говорим про классику, когда, предположим, купили роллеры, да, или там выдали роллеры, меняйте местами колеса. Стопорное колесо ставьте наперед. Потому что летом же очень легко толкаться. Ну что, всегда держит. Там же не надо ничего мазать. И пошел, можно вот так легко. И он у тебя будет держать колесо. Когда колесо впереди и крутые подъемы, здесь уже надо толкаться и, как говорится, загружать ногу. Соответственно, мы всегда меняем колеса, переставляем наперед стопорную. А велоподготовка? Велоподготовка, ну, у каждого, в каждой команде по-разному, да, я имею в виду про иностранные, да, европейские команды. У нас велоподготовка май, июнь очень плотно, а потом уходим от велосипеда. Шоссе, если ты в горах, очень здорово в шоссе, да, потому что можно полазить по горам, в день по 120, по 130 км проезжаем, утром, вечером, там, предположим, лекросс опять или опять роллеры. А если ты приехал на сбор, те же самые, предположим, Раувичи, ну, тоже можно по шоссе, взял горный велосипед и поехал по шоссе, покатался, можешь заехать в лес по этим всем, по пересеченным местностям. Не самое главное там убиться, просто вот работаешь, чтобы работали мышцы. А расскажи, как у тебя команда сейчас строится? То есть, ты говоришь, команда, это другие спортсмены, кроме тебя еще в ней есть? Ой, сейчас много в команде спортсменов. 11 человек, молодые девчонки пришли. Черноусы вернулся. Турышев, да, все, конечно, россияне, Маркус вот взял на себя такую ответственность. Ну, вместе посмотрим, как получится это все зимой и как это все будет выглядеть. Вот, а 20 числа заезжаем на первый сбор в Пересвет на 5 дней. Александр, а иностранные специалисты больше силовую подготовку, в какой форме рекомендуют делать? Это резина, это камни, это свой вес или штанг? Ну, мои иностранные специалисты больше на зал ориентируются. Именно вот на железо, да, вот эти брусья, там турники, штанги. И норвежцы не делают в зале силовых со штангами, да, они вот эти TRX-ы очень любят, какие-то, может быть, со своим весом, приседания даже, может, там кому-то на шею там все сажают, я не знаю, вот они вот к этому больше. Я не видел, чтобы они тягали штанги. Колония, он делает силовую в зале, так же, как и я, со штангами. Хотя, может быть, он как-то совмещает с TRX-ом, но, как правило, все время до 8 мы приходили и очень часто вместе получалось тренироваться. И он делает такие же силовые тренировки со штангами, с брусьями. Александр, расскажите, пожалуйста, про лофтат. Наши советские спортсмены 4-0 – это по нормам, а иностранцы… Хороший вопрос, отличный вообще про лактат. Я раньше вообще не знал, что такое лактат. Какая разница, какой лактат? Бежишь и бежишь. Когда я тренировался, вот как раз вот, ну, был в команде, там, в группе Изабель, Рето, с лактатом, вот представьте, имитация, да, там же большой лактат сразу будет. Я с ней боролся, ругался, вот, 1,2, 1,3, это же вообще пешком. И они заставляли на таком лактате делать имитацию. Я вообще этого не понимал, я прямо как вот, как бабушка с палочками ходил по лесу. И никакого эффекта не чувствовал. На протяжении там 2,5 часов ты это делаешь, и уже чувствуется нагрузка. Думаешь, а на самом деле-то вроде нагрузка-то есть. А кажется, что нужно вот впахивать. А если мы говорим про лактат, ну... Ну, они придерживаются этой точки 4-0, это по норм. Выше-ниже, то есть здесь уже нет границы. Или да, правильно ты говоришь, где-то около 4-5. 4, это вот, ну, понятно, что у всех пора, все индивидуально, но где-то я вот по себе могу сказать 3,5-4, вот именно это панно, а дальше уже все, если там на тренировке выше 6, все, они за голову берутся. Как часто вы панно меряете? Получается, вы едете на трибан, получается, раз замерили, в следующий раз замерили? Они, ну, если на тренировках, они, если какая-то работа типа имитации или каких-то лыжероллеров, они постоянно берут. Вот круг проехал, иди сюда, давай возьмем лактат. Вот, это... обязательно. А если говорим про трекбаны, где мы бегаем, вот эти как раз тесты проходим, ну там тоже каждый раз берут лактат, и чем он меньше, соответственно, тем у тебя лучше форма, потому что дорожка же крутится,
И я вот, когда был такой тест перед Олимпиадой, как раз этот сезон, осенью, у меня прям был лактат вообще идеальный. И был там два теста, называется первый тест горка, а второй тест максимальный. И вот на этой горке тебе нужно проехать 6 раз там по 6 минут. Получается, ты делаешь там 2 минуты сначала легкая горка, потом 2 минуты, да, по 5 минут, там, 2 минуты тяжелая горка, и потом минута равнина. И так нужно сделать 6 повторений. И после каждого вот этого, получается, повторения тебе берут лактат. И чем меньше он, тем лучше. И если по другому спортсмену взять, да, у нас был в команде, предположим, он заканчивал этот тест, у него лактат был 10. А начинал, предположим, 1,2, 1,7, 1, там, ну, там, такого формата, потом 2, 3, 4, 5, и вот до последней горы доходил до 10 почти. У меня в этот год на последней горке лактат дошел только до 3. Это было просто победа. Я прям вот прям прыгал от счастья, плясал то, что, ну, я понимал, что я в обалденной форме и подхожу к сезону правильно. Потом 10 минут отдыхал и потом максимальный тест. Но там, конечно, уже пока вот глаза на лоб не полезут, там у меня поднимался до 14 лактат, до 14, до 15. Но вот на первом тесте тем меньше лактат, тем лучше. И в горах, самое главное, в горах на Глечере 0,8. На Глечер мы раньше приезжали, Рамзава, я помню. Какой там лактат? Быстрее всех, нужно же победить. Больше всех кругов проехать, а ты еще там и так же, круги же вот так идут. И ты тренируешься, всех видишь, и контролируешь, кто каким темпом идет. И все время пересекаешься в одной точке. Раз проехал, ага, я его обыгрываю, а дальше раз. И вот так вот, ну это у всех так, спортсменов. И не смотришь на лактат. А сейчас мы приезжаем в Италию на Глечер, и там норвежцы все, да, и я даже не смотрю, кто как идет, каким темпом. Мне самое главное приехать, сдать лактат, чтобы меня не отправили на тренировку, потому что там два штрафных очка. Первый раз берут, приехал выше там одного и двух, одного и трех, предупреждение. Второй раз приехал, проехал, и тебе взяли, там, предположим, у тебя такой же, все, домой, не оговаривается. Там начинается ругань, у меня было так пару раз. Я ругался, не пойду, я буду тренироваться, все, там, да просто, до такой ругани, что приходилось просто уезжать, потому что уже другие смотрят и не понимают, что случилось, там такие крики, и приходилось уступать. 0,8, прям пешком, прям вот ходишь, прям пешком. Не, на время. На время. Скоростная работа идет, если она вот летом, да, как правило, он дает там 6 раз по 7 минут, но в третьей зоне. Ты там, предположим, знаешь, вот моя там третья зона до 160 ударов. Все, я выше этого пульса не должен подниматься. Соответственно, вот 6 раз по 6 минут, там, или 5 раз по 6, или 7 раз по 8 минут. Но четко в третьей зоне. Бывают такие тренировки, что если ты идешь коньком, как правило, получается там 6 там, повторений, да? Первое – только палки. Это значит, ну, они так с нами разговаривают, они выучили немножко русский, только палки. Это значит вот так вот одновременно. Потом без палки, это значит, вот палки убираешь, это только ногами. Потом eins-eins, это одновременно, это значит под каждый шаг, ну, один-один, да? И потом комплекс. Комплекс – это ты уже смотришь по рельефу и уже идешь как хочешь. Можешь подъемным вариантом, можешь через шаг, можешь там под каждый шаг. И вот так вот чередуешь каждое повторение. Саша, расскажи про тренерские штаты. В словах, сколько людей и чем они занимаются? Один. Один. Вот сейчас Маркус один и Егор Сорин помогает. До этого была Изабель Кнаут и Ретта. Ну, Изабель, она вообще везде активная такая. Не только в тренировках, но еще и билет покупает. Все нам везде у нас отправляют, все организовывают, гостиницы организовывают. Поэтому она ему просто помогает, а так, в принципе, два человека. Они вместе работают. А массажисты? Или... Массажист, у нас с этим была немножко проблема, потому что когда отдельная группа, нам массажиста не так часто давали, но когда давали, это был праздник. Но массаж нужен. Когда с Изабель мы тренировались, она массажистка. Совместно, соответственно, нам один человек совмещал очень много работы. А сейчас, вот первый год после Олимпиады, когда я ушел, ну, лето очень мало было массажа, потому что приезжали, где-то совмещали сборы с другими командами, с нашими группами, где были массажисты, конечно же, массаж был не вопрос, просто приходи и все.
Нет, он все один, у нас все очень скромно. Один во всем, короче, у нас очень скромно с этим делом. Вот у вас был вопрос. Да, у меня вопрос. Саша, скажи, пожалуйста, про следующий сезон. Ты сказал, что я вернулся. Кто будет в составе команды, с кем ты будешь спарринг-партнеры? Илья Черноусов, Сергей Турышев, Егор помогает, Маркус тренер, Седов в команде. Это, по-моему, все по ребятам. Леша Черноусов, еще которого с Илюшей Черноусов брат, он попросился, но об этом не должны знать руководство ни в коем случае, потому что я ему говорю: Лех, какие проблемы? Ну, ты вообще даже не оговаривайся, приезжай на любой сбор и ради бога тренируйся рядом, даже вопросов нет. Ой, спасибо большое. Я говорю, ну ты даешь такие вопросы, спрашиваешь. Самое главное, чтобы просто не знал там руководство. Ну это уже твоя там идея, как ты это сделаешь, мы это говорить не будем. И вот, может, он будет с нами. И молодые девчонки, честно говоря, я фамилии не очень сильно помню все. Вот, как... А, кстати, по-моему, Матвеева добилась того, чтобы, по-моему, ее как раз... Ну все, значит, она добилась, потому что ее же не пускали в эту группу, сказали тренироваться в основной. И, по-моему, я так понимаю, что она смогла добиться того, чтобы быть с Маркусом. Если так, то это очень здорово. Честно, да? Говорить же все честно нужно, все правда. Но я не думаю, что он очень сильно хотел бы это делать, это однозначно, потому что он все же привык к своей индивидуальной подготовке, он живет сейчас размеренно, правильно, там очень все, люди никуда не торопятся, все время так, как говорится, каждый день без стресса. Вот. Я не думаю, что он очень сильно хотел, но у него был выбор, ему сказали либо так, либо вообще никак. Поэтому пришлось выбирать. Я думаю, что где-то в какой-то степени заставили и дали ему просто выбор. Но я думаю, что у него все получится, потому что он спортсмен сильный, он спортсмен с головой. И обсуждать также его тренера, который с ним тренировал, Вегард, да, он с ним работал, его наставник. Могу сказать, что не могу судить, потому что я его не знаю, но как они вместе работали, у них все хорошо было. Ну да, вот нет результата. Причины, не знаю, он со мной особо не общался вот последние, здоровались, конечно, но не откровенничали, когда мы вместе были. Соответственно, сейчас вот ему придется в этой группе, я думаю, что, там не было такого, что ни в коем случае тебе нельзя, там, или спросите там у Легкова, пойдем вот опять заново, придет ли он вообще, не вопрос. Илюх, хочешь, ради бога, не хочешь, тоже, твое право, твой выбор, вот, он еще покажет результат однозначно, и надеюсь, что у него получится, потому что сейчас ребята в команде есть, а совместно, конечно, маленькая мотивация друг к другу, да, друг друга кто-то тянет, как вот мы раньше с ним тянули друг друга. Он силовой был сильнее меня, я прям бесился, он поднимал штангу больше меня, он делал на брусьях правильнее, чем я. У меня была злость, я тоже так хочу, а на скоростных я его обыгрывал. Вот мы совмещали, и он за мной на скоростных тянулся, а в зале, получается, я на него смотрел. Обалденный тандем, вместе шли, вместе показывали результаты. Если у меня не было результата, у него был. Команда продолжает жить. Если у меня результат нет, у него есть. Команда продолжает жить, и поэтому мы друг друга вообще совмещали очень здорово. Как можно мотивировать себя на больших дистанциях, на 3-5? Ну это же все индивидуально, мотивировать можно по-разному. Кто-то может думать о том, что его на финише ждут вкусные булки, я не знаю, там, или красивая девушка. А кто-то может себя мотивировать тем, что он же тренировался очень много, очень долго, усердно, упорно, надо терпеть и стараться. Но здесь мотивируй себя, не мотивируй. Если ты готов, да, но у тебя с лыжами какие-то маленькие сложности, ты не выиграешь. Сейчас все это на доли секунды. Если лыжи не едут, будь ты готов прям идеально, лучшее твое место в десятке. Если у тебя лыжи вообще просто летят, а ты готов, не очень здорово, ты можешь выиграть. А к вопросу о лыжах, коли не заговорили, у вас есть у команды, кроме тренера? Конечно, кроме тренера есть специалисты, смазчики однозначно. Все работают, ребята работают очень здорово. Они в 6 утра, в 5 утра встают, делают лыжи. Претензий к ним никаким, и даже если у нас не едут лыжи, и где-то какой-то прокол со смазкой, нельзя абсолютно про них плохо говорить, потому что ребята работают. Но все бывает, мы же все люди, все ошибки делаем. Александр, а если не запрещенные аптеки, что вы понимаете, что какой-то эффект оказывает?
Ну, то, что касается меня, вот мы возьмем вот этот период шестилетний, да, который я вот с иностранными. Что я ел? Витамин С в больших объемах. Прям в больших. Потому что витамин С, он даже восстанавливает, как антиоксидант, соответственно, он восстанавливает даже мышцы. Плюс это здоровье, потому что твой иммунитет, когда ты в форме, ослабевает, а, соответственно, витамин С, он его поддерживает. Меньше проблем с болезнями может быть. Поэтому витамин С однозначно. Потом мультивитамины. И после вот этого свиной вот этой проблемы моей, как раз в 2011 году, было очень сложно, и меня отвезли к немецким специалистам. Там была практика такая у них, ну, частная практика. Я до сих пор к ним пытаюсь приезжать, когда там нахожусь. Гомеопатия. Прям плотно, каждую капельку по минуткам. Ну, вот прям вот я... Потому что, ну, гомеопатия же подсознание, нужно в это верить. Если ты в это веришь, оно работает, реально работает. Мне казалось, что вот моя гомеопатия — это такой допинг, что вообще я летаю просто. Я все делаю правильно, и у меня результат есть. Я также сейчас принимаю, да, его, но у меня как-то результата нет. И я вот думаю, ё-моё, нас все же не из-за этого. А мне казалось, что это моя гомеопатия делает просто чудеса. И вот к нему приезжаешь, он тебе выписывает эти капельки, все эти беленькие шарики, ты едешь в любую аптеку, это все доступно, это все природное, покупаешь себе, и все, и четко по часам все это выполняешь. Больше другого ничего. Главное – это здоровый сон, восстановление питания. Питание не то, что правильное, но, скажем, я люблю после тяжелых тренировок в обед – это паста. Потому что она углеводная, она быстро все наполняет и не тяжело на желудке, и как бы быстро усваивается. Вот. Ну, кушайте хорошо, и хорошо спать. И вот эти вещи, если вам интересно будет. А, ну, конечно, после силовых и скоростных это белки, углеводы обязательно. После каждой скоростной работы углеводные напитки. После каждой силовой не все белок, а белок-углевод я делаю, вот, пью. Это однозначно, это даже не оговаривается. Все остальное – работа, работа, как они говорят у нас. Ты понимаешь, какое участие в тренировочном процессе? Нет, к сожалению, пока не принимаю, потому что нет времени. Помогаю я только тем, что вот по возможности привожу какую-то экипировку им, лыжи. Это пока очень считаю, что очень маленький вклад в это все. И надеюсь, что со временем я приму более... Нет, ну мне же рассказывают, кто там сейчас вот быстрее выдает надежды, кто быстрее, кто сильнее, там, да, кто видно, что у него будет результат. Конечно, это мне рассказывают про этих ребят, я на них смотрю, но включиться в процесс нужно, конечно, больше. Я думаю, что нужно на такой базе воспитывать чемпионов, если дети сами захотят, потому что все возможности, все условия есть. Обязательно включусь в процесс, обязательно буду ближе, как говорится, к детишкам, вот. Они, кстати, вот я приезжал в Сергиев Посад, они выиграли, они вторыми были в эстафете, 44-й номер, обязательно, говорит, следи за ними. Я должен был уехать на другую встречу, я дождался, стоял до последнего, и второе место. Молодцы, очень здорово. Да, у вас был вопрос. Александр, скажи, пожалуйста, вот ты стал кто-то лыжником, а не жалеешь, что с хоккеем? Очень жалею. Ну, жалел очень сильно до того, пока я не выиграл Олимпийские игры. Сейчас уже не так жалею, конечно, потому что все же судьба, ну, как бы, то, что хотел, то, что запланировал, сделал, это самое высшее, то, что может быть, тем более у нас в стране, да, выиграть Олимпийские игры. А до этого немножко было такое сожаление, и когда приходишь сейчас на хоккейные матчи, ну, так немножко себя представляешь, думаешь, как это было бы здорово, но, потому что это командная игра, это очень интересно, конечно. Здесь выходишь, сопли висят, и побежал 50 километров, только лес видишь и больше ничего, ну, тоже хорошо. Это лошадиный вид спорта, как велосипед, как плавание. Очень круто, лыжные гонки. Если в меру, вообще это здоровье. У нас у юного участника есть вопрос. А у меня есть позывной. Позывной? Да. Кошка меня все называют. Кошка называют еще сеньоров. Я, как мы, помните, разговаривали про эти шутки, кто там, какие у нас прибаутки, да, и вот еще в юниорах мы поехали на... Ну вот я рассказываю, приехали на первый сбор в Адлер весной, после тренировки обычно бежишь сразу на пляж. Я помню, что мы еще с Лехой Петуховым даже соперничали, кто больше загорит.
Мы мазались подсолнечным маслом. Что у кого будет больше загар, даже в этом. Ну, был дождь, и невозможно было загорать, и все остались дома. Сначала пистолеты напокупали эти водные, всю гостиницу затопили. Вот. А потом фильм. Ну, разошлись все по номерам, и был фильм какой-то. Это на самом деле ну, не смешно, но тогда нам казалось, что это было смешно. Там была просто фраза «Я кошка, приду ночью, и раз». Вот. Ну, это... На тот момент просто, может быть, это было смешно, но как... И, в общем, все стали это повторять фразу. Стали, это какая-то русская комедия про психушку. Вот, и вот эта фраза там была. И я больше всех ее повторял, у меня лучше всех это получалось. Ну и вот кошка из тех времен. Кошка, а друзья вообще называют ласково кошачь, поэтому... А тут с того момента так и пошло. Александр, а какое вы предпочтение, какой фирме отдаете по экипировке? По экипировке? Ну здесь тоже и можно же кого-то и обидеть, и сказать, что это неправильно. Вообще экипировки сейчас очень много хорошей. Однозначно Adidas. Для меня Adidas, потому что ну, для меня он сделал, во-первых, очень много. Плюс для детей в Пересвете сделал многое тоже, да. И на протяжении долгих лет я постоянно с ним. Мне очень нравится Adidas. Кому-то нравится Odla, кому-то нравится Крафт. Но, опять же, здесь кому-то кроссовки больше подходят. Говорят, что Asics, вот они лучшие в кроссе, там, или Mizuno, я не знаю. Потому что вот Евгений Деметьев, ему вот нравится, там, предположим, Mizuno. Все, он другого не видит. По мне так важный процесс тренировочный. Я одеваю Adidas кроссовки, я чувствую в них себя абсолютно комфортно. Их сейчас столько моделей, они сейчас и с подушечками, и мягкие, и не мягкие, и с поролоном. Поэтому я не вижу в этих проблем. Но мне больше всего нравится Adidas, конечно. А лыжи? Лыжи, честно, да? Fisher самые универсальные лыжи. К сожалению, я считаю, что это одно из лучшего, что и сейчас есть. И они показывают это и временем, и когда... Идет сезон, это очень видно. В этом году они сделали потрясающие лыжи. Они работают, они такие универсальные. Арсенал хорошие лыжи. Они мне дали золото, они очень много дали побед мне. Но с ними надо больше работать. И в этом году вот, мне немножко что-то как-то не очень получалось с ними найти общий язык с этими лыжами, да. Но Арсенал хороший, и Машу в какой-то степени хороший, и на них же бегают, и тот же самый Бьюрдали, но сколько медалей, да, навыигрывал на этих лыжах. На мое мнение, если честно, Fisher – самая универсальная лыжа. И если ты возьмешь какую-то, предположим, ну, среднюю погоду, ты не ошибешься, потому что ты можешь попасть туда и сюда. Если ты возьмешь Marshall с какой-то определенной погодой, соответственно, возможно, она и будет ехать на эту погоду, а может, вообще не будет ехать. Так же, как, в принципе, и Rossignol. А Fisher ты можешь угадать и там, и там. До самого высокого уровня. Насколько это важно? Может, я сейчас буду отвечать как-то сумбурно, потому что ну, она важна. Раньше я так не считал. Я думал, что я нормальный с головой, мне не нужен никакой психолог, мне не нужно с кем общаться, мне не надо этого. Я сам знаю, потому что у нас были такие моменты, когда приезжали, с нами ездили специалисты, психологи, и они заводили меня в комнату и говорили, представь, вот ты сейчас идешь по этой комнате, а там пьедестал, вставай, одевай на себя медаль. Я думаю, как я одену на себя, я еще даже не бежал. Ты что, совсем что ли? Это прямо раньше времени, я уже все, я точно не выиграю ничего с такими моментами. Потом, чтобы для сна, они мне говорили, представь, все, ложись в кровать. Я лег в кровать, все, представь, ты лежишь, точнее, ты, ну, ты лежишь, но ты, представь, ты на поле подсолнухов. Представил? Я говорю, представил. Теперь ты такой большой-большой, самый вот большой в мире человек, вот прям ты вот прям из космоса смотришь на это поле. Что ты видишь? Я говорю, ничего не вижу, я же из космоса. Круг вижу, землю вижу. А теперь представь, что ты маленький, самый маленький, вообще вот прям вот меньше муравья. Что ты видишь? Я говорю, землю вижу. И вот так они пытались меня усыпить. Я не мог это. Потом был момент, когда завтра гонка, ты бежишь, мы выйдем на последний круг, покричим тебе, ты нас увидишь, и все, мы дадим тебе еще больше сил. Завтра гонка, хорошо. Просыпаюсь, стою на гонку, начинаю стартовать, бегу в Давосе. Там три круга по пятерке. Первый круг третьим. Второй круг, третий, четвертый, борюсь там, ну все в секундах. Второй круг, на третий круг хожу, они выходят на трассу. Хей-хей-хей, кричат мне, давай, Саша, мы с тобой. Ну, искренне, честно, искренне. Я никаких проблем к ним, это не они мне там плохо сделали. Но я чувствую, что я бегу и загибаюсь, ну и устаю.
Я закончил гонку 23-м или 24-м. Это не они виноваты, но тем не менее они думали, что вот они сейчас психологически как-то вот дадут, и я вот поверю в это, и все, еще быстрее побегу. А оказалось, все это наоборот. И до Сочи я так не думал, я думал, что мне не нужны никакие психологи, полный бред, не нужно это вообще. Сейчас я думаю, что это очень важно, и работать с психологом, общаться с этими людьми очень важно. Есть даже люди, которые астрологи, есть люди, которые могут не то что там сказать, что тебе нужно делать, но подсказать тебе какой-то путь правильный и вообще сказать, что парень, вот у тебя сейчас будет здесь сложность, но в конце будет все хорошо. Ты правильный путь, просто нужно его преодолеть и идти. Соответственно, в конце результат я вижу, он будет клевый. И я так работал с немцем, с одним. Если вам интересно, я расскажу, это вообще невероятная история, как это все происходило. Поэтому вот в этой ситуации я выжатый психологически, как лимон. Ответственность была просто нереальная эти 4 года. И я прям на себя хомут повесил, мне дали карт-бланш, но сказали, мы с тобой разберемся после Сочи. После Сочи будем с ним разговаривать, сейчас пускай тренируется. И с этим грузом ответственности я тренировался и шел к этим Олимпийским играм. И вот возвращаясь про эту допинговую проблему, которая сейчас происходит, я сегодня тоже им так сказал. Когда я был в Олимпиаде в Сочи, я представлял, что я не выиграю и проиграю, и покажу плохой результат. Вот для меня было, что самое страшное. Я искал пути отхода, я думал, что меня страна не простит, что я не выиграю, если не завоюю медаль. Мне хотя бы маленькую, вот самую маленькую медаль, хотя бы чтобы была, мне уже будет легче. И я в голове своей искал пути отхода, чтобы ни в коем случае не попасться ни вам, там, ни другим людям, уехать, спариться, исчезнуть из жизни. Чтобы меня никто не знал, вообще не знал и не видели. Вот о чем я думал, если не будет результата. А они сейчас приписывают какие-то допинги. Да это нужно быть камикадзе, чтобы вообще, в принципе, поехать в себе страну, зная наш народ, зная нашу ситуацию в стране, вообще, как мы к этому там относимся, как мы... У нас все же сердца, они огромные, и все любят, пока действительно доверяют и верят человеку. И как это можно сделать, я не понимаю. Приехать в свою страну на Олимпийские игры и жрать что-то, какой-то допинг, чтобы потом... А потом-то что мне делать, скажите мне, пожалуйста. Ну что, ну, конечно, я разочаровываюсь немножко в этой жизни, потому что я уже не знаю, что ждать, но сейчас такие вещи происходят, просто нереальные. И с каждым днем все больше и больше удивляешься. Вот. Ну, все, забудем это. В общем, возвращаясь к психологии, да, это очень важно. Я сейчас не работаю психологом, но я общаюсь с астрологами, с людьми, которые мне подсказывают, как правильно себя вести, что меня ждет дальше, какие будут проблемы и вообще, что нужно делать. Это очень важно, и я считаю, что это нужно работать. А то, что, как правило, правильно засыпать или не засыпать, индивидуальный подход перед Олимпиадой в Сочи, перед эстафетой, я не спал ни минуты. И я съел все таблетки снотворные, которые могли быть. У меня были колики ночные, меня вызывали доктора в 3 часа ночи, не спал. Вот так вот. Не спал, переживал, нервничал, в 6 утра душ холодный принял, чтобы как-то взбодриться. Но результат-то был, я бежал как сумасшедший. А бывает так, что ты спишь сладко и вообще даже ничего не снится, а бежишь вообще никакой. Поэтому здесь тоже индивидуальный подход. Но считаю, что нужно работать с такими людьми. Нужно довериться, самое главное именно доверие. Если ты человеку приходишь и ты чувствуешь обратную связь, и ты чувствуешь, что к тебе к нему тянет, соответственно, все, это твой человек, тебе нужно с ним работать. Если какая-то у тебя настороженность на эту тему, то лучше, конечно, ну, не стоит этого делать. Пожалуй, мне, наверное, придется пока еще над этим вопросом подумать. И я не могу вам сказать сейчас точно, что все, да, это 100% будет, я там завоюю медали и пойду в сезон, потому что вот эти моменты, которые сейчас происходят, они были еще в том году, когда это было в Норвегии. Помните, когда первый фильм вышел про легкую атлетику? Я нахожусь на Кубке мира в Норвегии. Мне нужно готовиться, завтра старт. Я в интернете читаю эту новость. Эта вся новость была закреплена моими фотографиями в Сочи. Это был просто жуткий стресс. Опять сейчас стресс, вчера, сегодня. Он просто прям подкашивает очень сильно. Я надеюсь, что я соберусь, я постараюсь сделать все возможное, чтобы это было все правильно, тренировки продолжались. Завоевывать призовые места. У нас сейчас суперкоманда. Я знаю точно, что вы знаете эту фамилию Устюгов. Это прям монстр. Вот
слава богу, что он это не слышит, и ему не надо это знать, но за ним будущее. Вот прям вот мои слова, запомните. Приедет чувак, скоро прям как бы... Он массаж не делает. Он вообще индивидуальная личность, он вообще красавец, он просто не напрягается по жизни. Он тренируется и не думает каких-то, не заморачивает свою голову какими-то лишними проблемами. Он просто тренируется и получает от этого удовольствие, а у него еще получается и спринт, и дистанция. Ну, Нор только отдыхает скоро, и еще 23 года. Ему только до меня еще бегать 10 лет. 23 года! Вот, и в заключение хотел бы сказать, конечно, мы сейчас все спортсмены, но в любом случае, нас же здесь собрали те люди, которые тоже несут добро в жизнь. Давайте поддерживать это дальше направление. Я готов это дальше также продолжать поддерживать с удовольствием, потому что таким детишкам, ну, нужна помощь. Они реально светлые, они солнечные. Я думаю, что вы все подписаны на Сёму. Ну или, может быть, не все, но если никто не подписан, подпишитесь. Это просто праздник. Это смех, это улыбки, это просто, с моей стороны, это просто сумасшествие какое-то. Они делают нереальные ролики. Их смотришь и просто, ну, есть такие прикольные. Вот вы посмотрите, все пролистаете, вам действительно понравится. У него замечательные родители, да, которые делают эти ролики, которые ведут эту группу. Вот, и это очень здорово. Вот смотришь и просто хочется радоваться жизни. Они поднимают настроение, если вы едете какие-то злые на работу или какие-то у вас есть проблемы, прям заходите, смотрите, однозначно поменяется мнение вообще на мир и скажете вообще, какие у меня проблемы. У меня нет вообще проблем. Все у меня здорово. Поэтому вот нужно смотреть. Ну и, конечно, и других детишек тоже. Ну, мы сейчас говорим не конкретно про одного, а вообще, в принципе, про это направление. Низкий поклон тем, кто с такими детишками работают, помогают им. Я думаю, что благодаря таким людям, как бы мы все вот такие хорошие, добрые, потому что доброта спасет мир. Спасибо вам.